Русских тракторов тест-драйв техники МТЗ провели сегодня для фермеров из США и Канады. Бизнесменам продемонстрировали возможности тракторов из новой линейки. Речь, в частности, о модели 3023, так называемом электротракторе. Его только готовят к выходу на рынок. Ожидается, что машина займет свою нишу. Сегодня гостям также показали самую крупную модель мощностью 360 лошадиных сил. В ходе испытаний проверялась работа всех узлов и агрегатов. И, кстати, бизнесмены не упустили возможность испытать технику. Возможность сесть за руль была у каждого. Прекрасно. Очень хорошие машины. Они как красивые девушки. Мы в буквальном смысле прикоснулись к ним и убедились, что в Беларуси делают мощные, качественные тракторы. Они просто фантастические. Очень легко едут. Разобраться в панели управления можно, даже если ты не особо умеешь это делать. В кабине тепло. Прекрасная система кондиционирования. И сегодня же стало известно, что МТЗ заключит контракт на поставку машин, в том числе и электротракторов, в США и Канаду. Цифры пока не разглашаются. Известно, что стороны планируют достичь показателя в 1000 машин в год. И это лишь часть потребностей Северной Америки в такого рода сельхозтехнике. У нас полностью готова сервисная система. У нас полностью готовы специалисты в этом направлении. Мы, естественно, будем приглашать специалистов с Минского тракторного завода. Рынок Северной Америки – это рынок очень стабильный, где нет степени риска. И я думаю, что мы его завоюем. У нас все для этого есть. Отмечу, в 2017 году объем инновационной техники, которую МТЗ поставил на экспорт, вырос до 20%, и завод не намерен сдавать.